сегодня, ребят, такой солнечный. Обещают 20 градусов. Ну, 20 не 20, но сейчас тепло, мы все в футболках. Солнышко какое-никакое есть. Идем опять на пешую прогулку. Сейчас зарядку сделали. Смотрите, в футболках. Какой-то небольшой ветерок поднялся, а так все равно в целом хорошо. Сейчас, может, даже в планку встану. 100 лет не была в планке. Что-то Георгуха сейчас отжимался. Я подумала, что отжиматься я пока не готова, но в планочке постоять минуту, да, Георгух? Наверное, надеюсь. Начнем с минуты. В планке? Вместе? Ну, Георг предлагает сейчас стоять в планке. Не-не, две кранты мне будут. Давай, пока с одной начнем. Полторы. Не будем горячиться. Полторы. Георгуш, полторы? Значит, ты веришь в меня? Ленец. А я сейчас так физкультуру делаю вместе с тобой. Даже вокруг дерева. Нет, даже вокруг дерева бегала. Все, начали. Мы сейчас начнем. Давайте. Сейчас. Вам этот ужас показывать не будем. Чуть-чуть приятно сделать. Ребят, смотрите, как собачки не любят лошадей. Ой, что так лает? Он хороший пес, Халёси. Ребяточки, у нас уже вечер. Идем на концерт. По-моему, группа Лейси песня. Не знаю. Муж предложил, я не отказалась. Так что сейчас вечер на концерте, потом домой. Может, еще успею что-нибудь отснять. Все, уже вечер у нас. День закончился. Сейчас пришли с концерта. Приехала группа Лейси Песня в Кисловодск сюда и выступала здесь в одном из санаториев. Вот мы ходили на концерт этой Лейси Песня. Я, по-моему, я так пела, что, по-моему, я завтра буду без голоса. У меня уже сел. Вот. А в конце, значит, закончился Лейси Песня концерт. Все. Я в полном восторге. И началась, ну, такая а-ля дискотека. Оказывается, там каждый вечер в этом санатории уже голоса нет. Дискотека. Слушайте. Ну, вот, ну, надо было... Время уже было поздно. Сейчас время 11-12.
И, в общем, меня всего на пару песен отпустили танцевать. Ну, я в первых рядах, в общем, жалко мужу говорю, ты бы хоть бы снял, хоть бы народу бы показал, как я танцую. Ну, это, господи. Вот, а я, вот там была первая песня на дискотеке «Женщина, я не танцую». Ну, это вообще, девчонки, я обожаю эту песню, и да, всегда танцую под нее. Поэтому, конечно, как только «Женщина, я не танцую», я сразу бежать сразу вообще на эти танцы в самый центр, вот первая. Ну и вот, ну там коллектив соучастников, таких же, как я, любителей потанцевать нашелся, поэтому там так плотно потанцевали с народом, ну и разошлись, в общем, ну, я-то уже по домам, а народ, наверное, там остался продолжать, потому что дискотека только-только началась. Вот. Ну, так решили, что муж говорит, там каждый вечер дискотеки, ходи хоть каждый вечер туда. Ну, я думаю, что ж я одна пойду. Говорю, ты хоть проводи меня туда, посиди там полчаса для проформы, да, чтобы там увидели, что я вроде как не одна, не пришла мужиков снимать одна. Поэтому, говорю, ты хоть посиди так, а потом тихонько вроде в номер отойдешь, чтобы я уже так одна там спокойно осталась. Ну, это мы, конечно, так смеемся. Хотя, да, доля правды в этой шутке есть. Вот. Ну и все, так вечер хорошо прошел, душевненько. И, кстати, я вот не удержалась, мы вечером Георгу купили на 4 пончика на ужин, и я прихожу, и один пончик остался. И я хотела себе дать слово, что все, по вечерам никаких там пончиков и прочих экзерсисов, и, в общем, не смогла удержаться, съела один этот пончик с кефиром. Так душевно было вообще. Так что сила воли что-то пока у меня как-то это на нуле. Вот. Но зато вы увидели сегодня днем зарядка, вообще все дела. Завтра решила, что еще пресс начну качать. Вот, так что утром у нас походы, зарядки, пробежки вокруг дерева. Вот, все так, как положено, чинно, благородно. Вот, ребят, ну, наверное, все. Завтра еще что-нибудь поснимаю. Завтра будет новый день, новая информация. Вот, да, поснимаю завтра, увидимся. Все, спокойной ночи всем. Буду сейчас мыть голову, вообще сама в ванну полезу, голову помою. Фен работает нормально. Так что, в общем, все хорошо. Все.